Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре кроссовочки Диадора. Так, давайте посмотрим, какая это моделька. Так, моделька Диадора S8000 Camo. Ну, Camo — это расцветочка такая. Блин, солнце, да, мешает. Но должно быть видно хорошо. Расцветочка такая интересная, знаете, весенне-летняя. Так, это у меня 9,5 UK. Раньше я брал девятку, и они мне начали... Ну, я уже говорил где-то в каких-то обзорах, что то ли нога подросла, то или еще какие-то моменты. В общем, короче, вот надо мне чуть-чуть побольше. Вот были у меня Диадора несколько пар. Но у меня и есть еще пары. Сейчас я вам покажу. И также расскажу, в чем отличаются примерно какие серии. Так, это S8000. Ну, давайте откроем коробочку. Так, ну в коробке ничего, кроме кроссовок, не оказалось. Хотя я думал, что возможно будут какие-то запасные шнурки. Так, давайте сразу достану и беру, чтобы не отвлекаться от самих кроссовок. Ну, Диадора — это итальянская фирма, но производят практически в Китае. Есть и Италия, но они дороже стоят. Так, вот Made in China. На коробке, кстати, написано Made in China. Ладно, не буду доставать. Это кому интересно, все могут почитать. Вот так они выглядят. Так как расцветка Camo, да? Сейчас я вам покажу. То есть вот такого цвета они. Вот смотрите. Здесь написано S8000. И здесь, соответственно, S8000. Но язычок разного цвета. Смотрите. Видите, да? То есть здесь более зеленый. Отсюда начинается вот это типа Camo расцветка, да? А здесь более такой бежевый. Здесь вот зеленое начинается. То есть вы поняли, да? Вот видно. В остальном, в принципе, ну, задники вот еще тоже, видите, немножко так отличаются, как бы, то есть вот этой, ну, типа маскировочная сетка, скажем так, простым языком. Выполнены они, я не знаю, вот, кожа это, не кожа, ну, часть кожи точно, вот это точно кожа, тут, это, наверное, тоже кожа. Скорее всего, кожа. Вот это синтетика. Ихняя фирменный их логотип. Язычок тоже синтетика, ну такой в меру плотненький. Ну и внутри, естественно, все синтетика и все белое. Насчет сетки. Сетка, скажем так, для видимости. Там внутри, потому что подклад такой, причем такой плотненький. Не сказать, что плотненький, то есть не поролоновый, а такой, знаете, в общем, там материал. Какой материал, фиг его знает. Но сами по себе они вот здесь вот плотные, а вот тут вот, где кожа, они не такие плотные. Так что я думаю, что летом они тоже будут дышать более-менее, потому что это все-таки кожа, и она дышит. Это не синтетика, потеть не будет нога. По подошве. Вот это вот краска. Зеленым цветом прокрашено. В принципе, подошва в меру мягкая, как и у всех Диадор. Я вам сейчас приведу пример. Здесь сзади, видите, как сделано. Из какой-то синтетики, так, ну, как тряпка, как будто тряпичная, но жесткий. Жесткая пятка, логотип, надпись Диадора. То есть смотрятся вполне себе симпатично. Давайте еще раз покручу вот эту без бирки. Я на ноге покажу, как они смотрятся. Одену с какими-нибудь брюками, вам покажу, как они смотрятся. То есть размерная сетка соответствует, вот по длине они 28 сантиметров. Это как раз вот мой размер, они мне прямо вообще хорошо, не жмут, не давят, все как надо. Шнурки такие светло-желтенькие. Так, понятно, да? Брал я их, кстати, на Ламоде.
Опять же, это не реклама, я их купил именно себе. Потому что я все, что показываю, я покупаю или для себя, или для своей семьи. За 6800. В принципе, эта цена нормальная. Для этих кроссовок хорошая цена. Смотрите, я вам покажу, вот Диадора у меня вот такие еще есть. Вот видите, здесь вот это N9000. Это как бы считается типа, ну, старшая модель. В линейке у них там есть 700-я серия, 92-я, 902-я. Сейчас я вам покажу, чем отличается, да. В принципе, вот у них тоже по материалам, видите, все замша. Кстати, вот здесь вот сетка, да, не такая. Посмотреть. Но вот это, скорее всего, как сейчас вот идут модели, винтер называется, то есть типа зимняя. И здесь поролоновая подкладка под сеточкой. Ну, тут как таковой сетки нет. И на язычке, видите, итальянский флаг. Ну, зелено-белый, типа под итальянский флаг. В общем, вот так сделаны. Я их прилично потаскал. Но в один момент случилась вот такая вот печалька. То есть подошва просто... То ли вот я снимал... То есть обувь, когда раздевался, снимал и ногой, видимо, тянул. И это со временем, потому что на втором слегка так. А может, это со временем? Врать не буду, как бы, то есть. Но вот ситуация такая, просто покажу вам, что случилось. Ну и этим кроссовкам уже лет 5 приблизительно. Вполне себе модель очень хорошая. У меня еще есть Диадора. Есть и беговые модели Диадора. Ну, эти тоже вот делались Made in China. То есть, ну, вот такая печалька случилась. Так вот, здесь тоже все прокрашено, но вот за 5 лет не, вот эта краска ничего не облезла. Буду надеяться, что этих тоже мне минимум на 5 лет хватит. Но вот здесь немножко по-другому выполнена подошва. Немножко другая. Здесь, видите, здесь вот эта вставка идет. И вот как раз по ней она и треснула, у меня лопнула. А здесь никакой вставки нет. Здесь сплошная и просто прокрас. Поэтому буду надеяться, что такой беды у меня не приключится. И эти вторые тоже. Ну, скажем так, тоже уже. Но это со временем. Вот такая ситуация. Давайте еще одну. Это были у меня 900-е. А, ну у меня еще одни 900-е получаются. Еще вот такая моделька у меня есть. Вот у этих как раз вот такая же подошва, смотрите. Вот так же сделано, по такой же технологии. Вот я их тоже обуваю, как бы, то есть уже лет 5, ну, пускай 4, да. Вот тут тоже, видите, прокрас. Краска, нифига ничего не слезла. То есть все нормально, как бы, то есть. И вот здесь примерно такая же технология, вот у этих, у 800-х. Как и у этих. Что у 800-х, что вот у этих 900-х. Видно, да? То есть вполне себе хорошая подметка резина. Ничего с ней не делается. Ну, и стирается со временем, конечно, но нормально как бы. То есть кроссовки добротные, хорошие, мне очень нравятся. Но вот эти UK9 тоже у меня, я говорю, раньше брал UK9, но они мне чуть-чуть притычок так, ну совсем чуть-чуть. Это тоже такая более теплая версия, более плотные материалы, тоже вот сетка, но там тоже с поролончиком, скажем так. Ладно, все, убираю вот это. Поняли вы, да? Так, давайте вернемся к нашим кроссовкам. Что тут можно сказать? Ну, выполнено все классно. Ценник, я сказал, 6800. Да, еще хочу вот показать. Тут, подождите, вот, вот все-таки вот это мне... Что-то у меня берут сомнения, что это 900-я серия. Вот это 9000-я имеется в виду. Вот это вот точно 9000-е, на язычке даже написано. А вот, ну, вот эти вот 9000-е. А вот эта серия, мне кажется, это 902-я. То ли они у меня в коробке, не в той лежат. Вот видите, вот в этой коробке. Потому что тут цвет Blue Collection.
Короче, непонятно, может это и коробка другая. Мне кажется, это у меня 902. В общем, я врать не буду сейчас, чтобы вас не вводить в заблуждение, но суть вот такая. Вот смотрите, отличия покажу, да? Вот на этой S800 серии, видите, здесь стоят как такие пластиковые, ну, под тип люверсов, да, сделаны вот эти люверсы. Здесь дырочки, а здесь идут вот такие пластиковые. Здесь вот у этой серии, видите, нету такого. Это как бы простенькая такая серия. Вот у 9000 тоже вот здесь вот стоят вот такие люверсы из пластика. Вот есть еще серия 902, не 9000, а 902. У ней тоже вот этих люверсов нет. То есть у нее вот так вот сделано. Просто вот я думаю, что вот это 900 серия. Там 902 что ли они идут. Поэтому отличия есть в сериях. Это как бы, то есть S800, вот, ну еще и сделали как бы кама, вот эта расцветочка вот такая симпотная. Покажу на ногах, как смотрится, с брючками одену вам. В общем, кроссовки добротные, хорошие. Мне нравится эта фирма. У меня есть и все сезоны какие-то, там Диадора и Heritage есть серия у них. В общем, у них линейка большая, поэтому выбор огромный. Есть и теннисные, низкие кеды. В общем, вот, все. Посмотрите еще раз. Я сказал, да, 6800 я их взял. За 6800 на Ламоде со скидкой. Все, сейчас все покажу, все померяю. Всем спасибо, всем пока-пока. Так, ну вот так они на ногах смотрятся, вот с такими брюками легкими. Ну, потому что как бы в погоду вот в такую, в тепленькую их надо носить. Потому что сами смотрите, кому джоггеры нравятся, кому не джоггеры. Ну, я также думаю, с шортами. Вполне себе очень мягкая. Я говорю, как и на всех Диадорах, мне очень нравятся эти кроссовки Диадора. Вот так вот смотрится. Там уж смотрите, можно, типа, если с шортами, вот, будет примерно вот так смотреться. Ну все, всем пока-пока!